25-26 сентября выставка проходит в ДК Мистецький в Кривом Роге. Вот вход с торца здания. Сейчас на центральном входе ремонт. Вот сейчас мы с вами попадаем в зал на первом этаже. И приятного вам общения с милыми созданиями. Вживую это намного интереснее. Замечательные эмоции. Сейчас как раз утро. Участник под номером 25 числа. Коты довольно-таки подвижные. Видите, отдыхают. Сейчас мы посмотрим. Милашка. А вот этого беленького. Хорошая атмосфера. Двигаемся в зал. Короткошерстные пошли коты. На выставке много, и люди как раз были, достаточно много посетителей, надо обходить. Вот как раз очень активность проявляет. Хозяина животных, так и животных. Ну, а хотя там вообще играться, играться. Да, так что если вы любите кошек, успевайте еще посетить здесь сегодня, завтра. Получите вживую намного больше эмоций. Да, спасибо большое. Все, спасибо.
хотите больше эмоций получить, приходите с утра, когда еще кошки хотят играть. Вечером они же после обеда обычно уже отдыхают. Устают за полдня. Что посещение от утренней выставки и вечерней, это две большие разницы. Проверено на других выставках. Там, где животные находятся целый день на выставке. Нет, играет. Видите, что значит молодой и с утра. Еще не наигрался. Я много людей очень люблю. Красная одежда, потому что достаточно прохладная, другой климат рассчитан, такая одежка у котов. Выставка на двух этажах проходит. Вот это уже видео пошло со второго этажа. Так что обязательно поднимитесь и на второй, там есть тоже, чтобы посмотреть немножко. Что подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь видео. Будет больше лайков, больше репостов. Будет выходить больше видео интересных. Всего вам доброго. Благодарю за просмотр.